Че ты поставь тогда? Смотри. Да, сори. И вот потери в центре поля. Блять, вот что ты тут делаешь? Вот, вот, вот. Он единственный неповторимый наш был. Но это детская ошибка. Давайте, внимательнее тут смотрим. Он, блядь, так нехотя назад идет просто. Каким-то говном намазано у него на фланге. А у него будет новый. Там будет скидывать. Да, нет. Тангу взял. Высокий флэвер по-любому будет на весу. Ну, разберитесь. Ребят, на дальний двое у них. Да я на сколько иду, иду, иду. Мяч летит в штрафную площадь. Ой-ой-ой-ой. Хорош. Рандомная рука, не? Угловой же мой, не? Нет. Пол. Так. Хорош. Я уже тоже. Ну, хорош. Хорош, хорош, умница. Ну а вдруг? Давайте назад опустимся тоже. Дай подать, да. Давайте на ближний, сзади, на один останется. Но... Зеленый, бля, кто один геном? ЦЗшник, верните, зачем геном? Вы вдвоем там? Зеленый, кто такой? Парни, я... кто-нибудь один ЦЗшник, верните дальний. Угу, все, давай. Ну, иди, да, давай, нормально. Право, право, право. Ой, хорош. В следующий раз, парни, пусть батареечка идет на угловую, а Саня, ты пониже держись, в следующий раз на 11 будем кидать. Если на ближний, я скажу, когда. А так сейчас просто опасно будет. Блять, ты убежал. Угу. Давай. Кином пикфа, блядь, он. Пикфа. Рустам, это, играй как-то. Да. Я. Прекрасный навес! Такими передачами только смешить оборот. На отбой ебашим что-то. Угу. Бля. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Долг, Макс, долг. Бля, тут весь этот ебать. Ладно, потом. Кто? Эшелон, блядь. Четыре игрока нас на том. Вход. Можешь, Маша? Наш, не наш? Нет, не наш. Получше. Дальний сейчас будет, наверное. Угу. Штрафной, штрафной, держите высоту. Дальний. Смотрите на дальний чувака, держит, которого сейчас бот не держит. Да-да-да. Вот он. Блять. Рустам, нет, он не дыхал. О, что? Да не, к тому, что я там брался, но к нему меч. Угу. Осторожно, сейчас опять дальний, наверное, будет. Фу, бля. Тише, тише, да, тут началось. Можешь налево попробовать? А я уже на кане. Ну ладно. Блять, на меня идет, я отпустил. Что? Давай, давай. Хорош. Добил. Хорош, блядь. Хорош. Канонир, я все вижу, я вышел лучше. Там же, блядь, духи. Бля, как он пробил мне просто линии, вот что за бред. Кореец хорош, кореец тоже хороший. Ладно, не забывайте семьи у Кадырова в заложниках. Давайте, давайте. Макс, ты первый гол, да, забил? А, да, за всю жизнь. Я еще сам не забил. Бля, хоть поздравил бы, кто не сказал. Я тебе говорю, поздравляю. После матча. Кто бы сказал, как бы пас и хуя. Поехали, все, тихо. Почти нам. На границе штрафной высокий борт. А он задал, да все, все,
Давайте потом выиграем будем, блядь. Так как всегда, этот оп, оп. Тихо, осторожно. Хорош, мужчина, бля. Геном умеет зарабатывать. Да геном знает, как, блядь, взорвать обстановку, да? Давай, Паш. Подожди. Паш, ты не Паш, нет? Уйдё. Давай, давай. Без нарушений. Жен. Ага. Пошел, пошел. Еще? Да, на ты куда? Ебать. Навес. Нормально. Характер, парни, характер боевой. Хорошо. Да хоть там нет. Блин, поперечка боту в касании. Не, блин, вот я вышел. Поперечка боту в касании, это вообще, кстати, это, мне кажется, классно. Это как за убийство надо сажать вот такой же срок. Да, не надо там вырезать, блять. Такая детская неожиданность, пиздец. Если что, Паш, ты в такой ситуации кидай мне заброс, когда я закрыт там. Я сейчас оставлю тебе. А, тебе останется. Да пусть на канонера бьет, и все. Угу. Просто там страхуй меня. Яхши, яхши. Или чего? А, ну можно и так, конечно. А вообще будем бросать, блин. Ну да, да, можно и так. Давай. Не трогай. Ох ты, блядь, там. Он неожиданный. Давай, 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 давай. От сучка. Хорош, Тимс. Пускай. Блин. В ножку бы, да? Подцепил. Mm-hmm, и все, я бы уже там. Да, сейчас запустимся, пока не ставим. Бля, ну как? Mm-hmm. Сучку, да. Вообще один. Хорош. Блин, Жень, сори. Блядь, на КамАЗе кто там? Умница. Давайте аккуратнее там доиграем хотя бы. Хорошкин, ну, давай, давай. Виби, геном, давай. Оп. Посингуйте, посингуйте. Угу, хорош, Женек. Нормально. Ха-ха, шикарно, давайте там же дуть второй. Нормально. 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 Обычно мы хуже играем. Это самый лучший комментарий, блядь, который вот... Это сейчас то же самое, что в раздевалку Реал Мадрида сказать, а помните, блядь? Год назад вообще Лигу Чемпионов брали, блядь. Сань, сейчас всё будет. Я даже не знаю, что сказать. Два паса, кстати, парни, у меня из трех, ну как... Ну ты пасом забил просто, что там? Ну блядь, а что нет? Погодите, не судят, поехали. Давайте обычно мы лучше играем сейчас, вот здесь играем. Чтобы мы стали более лучше играть. Ох, бля, ты заброс. Он всегда делает. Пониже, пониже создает вот это. Интереснейший носу. Вах! Побежал. Навес. Ну я под... Сам... Блядь, что за... Возвращаемся. Да сори, я думал, ты вообще мне скинешь так. И ты не прав, нихуя. Ой-ой-ой. Налево. Геном тут такой дикий геном, блядь. Геном дикий. Блядь, смотри, ты уже заложил там, конечно. Газуй, бей. Хорош. Гол!
Че, первый гол, да, выбил? Починам, да, Михаил? Ой, Макс, прижгло тебя! Ебать, хорош, вот это вообще идеально. Бля, я еще ни один не забил в этом, блядь, в сезоне. Положил. Давай, давай, трогай его. Макс, ты понял. Рустам, арестуй его, нахуй. Макс, все, не расслабляемся. Блять, когда говорю не расслабляемся, только хуйня какая-то. Пацаны, они забрасывают. Опять, опять. Они всю жизнь забрасывают. Да пусть забрасывают, это ничего не приносит. Да мы лучше играем. Пока. Играем. 90, после 90 минут можно будет сказать. Хорош ботинок. Ботинок мужчин. Так хавать. Хорош. Они думают, что мы сами привезем, а мы не привезем. Ну давайте не привезем. Так, сейчас внимательно я смотрю, а батарея еще вот этого четкого, я держу вот этого дальнего. Никто не держит. Бля, какого хуя? Ну да, сами привезли. Подожди, бля. Блин, тут два нападающих. Батарейщик должен был ближнего брать, я дальнего. Не знаю, что. Ну давайте след до следующего главы, пожалуйста, попросил же всех разобрать. Да хватит Рустам мне давать, пацаны, разгрузку. Все, тихо, мне тихо. Давай. Тихо, тихо, все, профессионалы посыпались, блядь. Женек, хорошо. Маш. Гол! Бахнет? Все, же бахни, бахни. Же бахни. Ну, блять, не летят в створ, я не знаю. Чё, а чё ты так быстро бьёшь сразу-то? А чё, хочется? А чё, поехали дальше, вы чё? Есть на фланге. Блин, нормально всё. Ты тут быстро бьёшь. Эх, вот это хорош. А чё, Бай, хочется? Давайте подать. Смотрите на подбор, там уходите. Вставай, вот батареечка на 11, все, все нормально, останьтесь вот там, я подам сейчас туда. Блять. Сорян, пиздец, пережал. Я бегу на дальнюю сейчас, чтобы попасть. Хорош. Блять, это в ногу хуй значит. Да не в ногу. И бот побежал, ну молодец. Давайте нервничайте, главное, сейчас можно еще один даже закатать. Хорош. Сейчас блять, ребят. Доминирует, смотри, просто. Тонч, сука. Блять. Хорош, устал. Хорош. В ногу. Та еще. И мучай, мучай его, блядь, давай. Геном, ну ты чё, не забил? Геном. Какой момент. Сам сможешь? Ну-ну. Хуй бахин, блядь. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Сейчас не мудрите, а то что-то как бы. Вот так вот можно. Потеря, все, оборон. Да. Блять! Ну что за. Особенно когда. Во, Паша, сейчас. На него, давай, давай, будет давай. Бежать еще, блядь, полчаса. Да сука, блядь, это вынос. Да. Сложал, чувак. О, бана! На угол головы принял. Нормально. Геном, не торопись, не торопись. Оставь ранее. Кидай сильно кидай на меня. Да, в любом случае кидай на него. А пенальти.
На весь, пожалуйста. Давайте я накину сейчас. На подбор, кстати. Геном, дай мне подать, да, пожалуйста. Отойдите назад, пожалуйста. На подбор вставайте. А кто, что, кому дали подавать, я ж подаю. Все, давайте. Набегаешь, да, канонир сейчас на центр? Да. На 11? Да, на 11. Давай. Давай. Раз, два, три. Ой, бля, все, назад. Блядь, господи. Какой уклон. Назад, блядь. Все назад. Назад, парни. А, оторвало ногу, блядь. Могу бежать, пацаны, оставьте меня, блядь. Кимский, вы, блядь. Выбивай, нахуй. Выбивай, блядь, это приказ, сука. Тихо. Назад. Кимский, на ногу. На ногу. I'm not Schweinen. Сдавайтесь. Блядь. Оставь. Первая война. Блядь, демона. Давайте, блядь. Давай, Каня, на тебя. Давай. Вызываю подкрепление. Сейчас все будет, Рустам. Ну что ж такое? Отлично. А что это за хуйня? Вы что там? Ниже, Грам, парни, ниже. Подержи, на меня давай. Хорошо, я подержу, только... Подержи, понабивай, только ты эточку девка в школе набиваешь. Набивай, как мужик, блядь. Давай. Выбивон, выноси нахуй. Что такое? Второй раз уже, блядь, закрываете. Выбей на фланг аккуратненько прям. Помнишь, как мы время тянули? Ой, помним. Мы раньше лучше время тянули. Победа. Все, шампанского мы остаемся первым день. Два чая. Две. Ну все, у меня эти погоны полковника, блядь. Что за хуйня? Рустама, какие погоны? Я игрок матч. Так, сейчас подождите, я посмотрю разницу мячей, посмотрю, какие там теоретические шансы в НТЛ. Давай, на первое место есть шансы? На первое место. Можно выиграть? В 2025 FIFA. Не, ну на самом деле отличный матч вообще. Вообще, слушай, по-моему, мы лучше играли, чем Вольди, это факт, блядь. Мы играли лучше, причем там, в принципе, лучше, чем обычно мы играли. Причем, посмотри, у нас 8 ударов, 6 ворк.